23 июня в Бурятии объявили о введении локдауна. В этот же день планировалось масштабное отключение горячей воды по всему городу, но его перенесли на неопределенный срок. Однако некоторые улан-удэнцы все-таки остались без горячей воды. И это во время самоизоляции. В чем причина? Давайте разбираться. Счастливчиками, конечно, в переносном смысле оказались жители 5 домов по улицам Бульвар Карла Маркса и Павлова. В объявлениях об отключении стоит подпись «ЖУ-4». И в первую очередь за комментарием мы обратились к ним. По адресам БКМ 17, 19, 23, 23, а Павлова 10 будут проводиться ремонтные работы. Отключение с 28 по 07.07.2021 года. Местным жителям такой расклад не понравился. Некоторых даже не предупредили об отключении. Вот ремонт вот напротив солнечной башни. Ремонт вот здесь внутри дворовой теплотрассы. Может, поэтому, но надо же предупреждать. Но никто ничего не предупреждает. Ну, конечно, неудобно. Самоизоляция – это сидеть дома, беречь себя, но и без горячей воды как бы это не есть хорошо. Есть красиво. Почему, несмотря на рекомендации, да, они отключили воду, да, вместе с тем необходимо учитывать все-таки, я думаю, да, план, график проведения ремонтных работ. Ремонтные работы проводить надо. Угу. К зиме подготовиться надо. Что внутридомовые инженерные сети, что наружные инженерные сети, чтобы у нас не было никаких таких эксцессов в период прохождения отопительного сезона. Мы согласны, что ремонт теплосетей нужен, но встает резонный вопрос. Неужели нельзя перенести сроки и провести ремонт после локдауна? Ведь вели его всего на 2 недели. Тем более власти рекомендовали не отключать жителей от коммунальных услуг. За ремонт на БКМ и Павлова отвечает ПАО ТГК-14. Мы направили им запрос, но ответа так и не дождались. А жителям все-таки придется запастись терпением и тазиками. Воду им обещали дать 7 июля. Долгора Доржиева, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ. Не знаю, что повлияло на ТГК-14, но аллилуйя! Тепловики ответили на наш запрос. Цитирую. ТГК-14 синхронизировала период проведения реконструкции теплосети с муниципальной программой по ремонту дорог. Ремонт сетей предшествует укладке нового асфальта в жилых дворах и пролегающей автомобильной дороге. После завершения работ администрация города приступит к асфальтированию. То есть, хотите хороших дорог и теплой зимы, потерпите немного летом без горячей воды. –